Проверка системы охраны здоровья, ситуация на постоянном контроле. Как показывает штодзённый мониторинг медустановы в Беларуси, на сегодняшний день перепрофилировано достатково больниц для того, как обеспечить допомогой у всех пациентов с COVID-19. Так, агульная колькасць ложка у стационарах Гродзенской области, як поведомляя профильное министерство, складая 8903 одинки. У тым ліку перепрофилированы на працу с COVID-19 2200 одинок. У Гродні отповедных пациентов прымаюць областная инфекционная больница, городские больницы номер 2 и номер 3, областная больница медреабилитации, областный клинический центр фтизиатрии и университетская клиника. Во всех центральных районных больницах для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы пэўныя аддзяленні.